Здравствуйте, коллеги! Военный самолет Ил-76 сейчас находится на аэродроме Мачулище. В эти минуты завершаются погрузочные работы. Силами курсантов МЧС гуманитарный груз, упакованный в тысячи коробок, размещается на борту транспортника. Всего в Китай, где распространяется коронавирус, наша страна доставит более 20 тонн гуманитарного груза. В основном это медикаменты, халаты, маски, перчатки, средства дезинфекции. Подробности утром, как только мы прибыли на место, нам сообщил заместитель командующего ВВС и войск ПВО Министерства обороны Беларуси. Вот что он сказал. Продолжается погрузка гуманитарной помощи. Хочу отметить, что оказание гуманитарной помощи – это согласованные действия самых различных министерств и ведомств. Первыми, скажем так, в бой вступили вчера представители Министерства по чрезвычайным ситуациям. И сейчас этот процесс продолжается и уже подходит к концу. Всего общая загрузка, как было уже сказано ранее, составит порядка 20 тонн. Эта загрузка обусловлена и обеспечит и оптимальное размещение груза внутри грузовой кабины самолета и оптимальная реализация его технических характеристик, связанных все-таки с длительным перелетом. Сейчас прорабатывают и другие варианты поддержки. Возможно, в Китай отправят и наших ведущих специалистов-медиков. Врачебную бригаду возглавит сам министр здравоохранения. Оценит ситуацию на месте, проконсультирует своих китайских коллег. При необходимости направит белорусских врачей. Самолету с гуманитарным грузом предстоит преодолеть 1000 километров вместе с 2 дозаправками в Новосибирске и Владивостоке. Это почти сутки перелета. Пилоты будут находиться в воздухе более 12 часов.